Это, конечно, местная достопримечательность города Днепр. В нем отдыхают жители Красного Камня, Паруса и Коммунара. Он неглубокий. Сделан он круглого вида. Вот и в нем неглубоко. Сверху летают птицы. Дальше находятся скалы. На них люди пишут надписи. Также тут отдыхают люди. Тут очень хорошо и красиво. Тут есть трава, стоят лавочки для отдыхающих, деревья растут, голуби ходят. Но, конечно, неровное оно из камней и травы, поросшее мхом, но довольно-таки уютно для того, чтобы отдыхать. Вот такие вот тут дома находятся. Вот такие тут фонари, такие лавочки. Вот так отдыхают люди. Вот.